Саламатсыздар мекендештер, саламатсыздарбы. Аралаш мушташ өнөрүнүн күйөрмандары НТ спорт каналында ВЕФ 80 Selection 26 турнири жана андагы алгачкы беттеште сиздерге сунуштайбыз. 77 килограмм салмак чендиргинде Баястан Абдыбакас уулу жана анын атандашы Ырыскелди Максатбеков. Азыр мына саналуу көзөмөлдөрдөн кийин таймаш башталат. Ушул көз ачканча бүткүл дүйнөлүк кулатуу эр таймаш уюмунун 80-чи турнирине дагы жетип келдик. Албетте жылына көптөгөн беттештерди өткөрүп, акыркы 3-4 жылдын ичинде эле мына ушундай 80-чи турнирге чейин келип калышты. Мына азыр болсо беттеш башталат. Кызматыңыздарда мен Эркин Абдуллаев жана кесиптешим Адилет Темирланов. Добрый день, уважаемые любители спорта, любители смешанных единоборств. Мы приветствуем вас в спортивном клубе «Стронг», где проходит WF Selection 80-й номерной турнир, Selection 26, если быть точнее. Турнир очень интересный, очень много перспективных молодых бойцов здесь выступает, и среди них есть очень много опытные бойцы. Соответственно, турнир ожидается довольно-таки интересным, и у нас уже готовится первая пара бойцов. Это Баястан Абдыбакас Улу и Ырыскелди Максатбеков. Напомню, что вот в синих снарядках, в синих перчатках это Баястан Абдыбасак Улу, весовая категория 77 килограмм. А в черных снарядках, в перчатках это Ырыскелди Максатбеков. Ну что ж, первый раунд начался, посмотрим. Не форсируют особо события бойцы. Разведка боем, как говорится. Пытаются сейчас нащупать дистанцию, темп. И в скором времени, ну, так, размашистый оверхед, ох, попал, очень точно действует боец в синих перчатках Баястан Абдыбасак Улу, уже неплохо перевел бой в партер, забрал спину, ну, по сути, уже ситуация складывается не в пользу Ырыскелди Максатбекова. Так, видно, что Ырыскелди Максатбеков как-то вот тяжело входит в бой, как говорится, да, то есть не чувствуется ощущение того, что Максатбеков контролирует ситуацию. Не знает, что он делает, по сути, можно и так выразиться, потому что, ну, вот, смотрите, очень спокойно отдает шею. По сути, сейчас можно, в принципе, и гильотину через руку провести, что и пытается сейчас сделать Баястан Абдыбасак Улу. Или можно же, в принципе, опять же перевернуть за этот, выйти на фулл маунт и, в принципе, добить. Так, работает по корпусу. Так, Баястан Абдыбакас Улу. Ну, спокойно контролирует. Ну, что могу сказать по начальному отрезку первого раунда? Скажу, что вот все-таки Баястан забрал, по сути, пока что первую половину раунда. Выпала капа. Если не ошибаюсь, выпала капа у Баястана. Так, неплохая попытка. Отбирает ногу, неплохо. Отлично, прям как Казуши Сакамура, известный боец Прайда в свое время. Тоже проходил в одну ногу, это была его, знаете, такой фирменной фишкой. В основном борцы или бойцы, которые предрасположены к борьбе, они тот же Хендерсон, тот же Коулман, да, известные ветераны ММА, они проходили, ну, в основном проходят в две ноги. Ну, были и бойцы, которые проходят в одну ногу. Ну, такая маленькая особенность. Так, треугольник. Нужно закрывать треугольник, конечно, здесь. Нет, выскользнул. Так, на добивание сейчас. Неплохо действует Ырыскелди Максатбеков. Вот как все перевернулось у нас, уважаемые телезрители. Так, предупреждение. Бой должен продолжиться уже в центре, то есть нужно сначала, так я был и прав, да, выпала капа у Баястана Абдыбакаса Улу. Так. Да, ушел по все данными. Да, нужно проходить в гард, да, то есть есть понятие в джиу-джитсу, в бразильском, гард, что такое гард? Гард думает, люди, многие думают, гард это когда человек, так сказать, занимает позицию фулл-маунт, это когда вот прям между ног заходит, то есть находится между ног и добивает. Это не гард, это фулл маунт. Проходить гард это означает, то есть занимать выгодную позицию для проведения атаки. Вот из фулл маунта сейчас пытается
Жалко, что вот в ММА убрали стун-кики, да, то есть вот эти прыжки эффектные. Да, многие считают это очень травмоопасным, согласен, но с другой стороны, это очень брутально. А ММА так, все, пытается защититься, отдает спину, ну, здесь можно, в принципе, уже попытаться провести удушение. Это большая ошибка многих бойцов. Когда боец паникует, он всегда поворачивается спиной. Это инстинктивное чувство у любого человека. То есть он пытается уйти от ударов, тем самым отдает спину. Вот смотрите, контроль спины. И по сути сейчас просовывает руку. Ну все, думаю, если он правильно все сделает, то Баястан по сути попал. Ну все уже. Тут можно ставить точку по сути. Баястан попал на удушение. Главное, нужно дожать. Да, это, в принципе, знаете, не такая самая сложная ситуация. А, все, удушение тут провести уже сложновато. Ошибка уже у Рыскельди. Видно, что вот опыта немножко не хватает, потому что перед тем, как просовывать руку, нужно взять на контроль именно, то есть просунуть ногу, то есть оттянуть его, то есть постараться его вытянуть. И когда человек вытягивается как струна, соответственно, его контролировать намного легче. Ну что ж, знаете, коллега, у меня складывается ощущение, что, ну да, бойцы такие на начальном этапе, то есть только-только делают шаги в мире ММА, соответственно, вот нехватка опыта, оно чувствуется, конечно. Ну, Баястан 20 жашта, алеми Рыскельди 21-де. Андықтан жаш құрағынан алғанда діле тәжірибе керек бұларға, бірақ қазірінше ұшындай селекшіндарда тайм ашып өздерінің тәжірибесін өстірсе болот. Ал жүрді бірінші раунд соңына шығып қалды. Бірінші раунд соңына шықты. Біз Баястаннан баштайлы. Бір сері малымат бері өтілі. Баястан ұшыл алғачқы раундын алғачқы бөлігінде үстемді қылды. Әлемі екінші жарым бөлігінде демілген атандашын алдыр үйділі. Ұшыл Баястан Абдыбақасыулы бұл Азиз Мусаевтың шакирті. Бұға чейін VF Amateurs деп бір жолы таймашқан. VF Amateurs шыл селекшінға чейін ке деңгейлдегі турнир. Селекшінен кейін профайт, әлемі профайттан кейін глобал. Өлбетті, біздің бұрмандар жақшы бұл қалды. Баястанның бойы 1 метр 82 сантиметр, 77 килограмм салмақ кетчен бір дегенде бетті шотат. Джол Борс спорт кулуының өкілі. Әлемі аннатандашы Нұрскелді Мақсатбеков, ал Fighter Cage-ден атақтуу кенжебеки Чекировтон шакирти 21 жашта, бою 1 метр 80 сантиметр. Андыктан экөөнүн боюнун узундугунда айырма деле жок, болгону 2 сантиметр айырма бар. Салмактары албетте бирдей. Ошондой эле греплинг боюнча Кыргыз Республикасынын чемпиону Рыскелди Максатбеков, бирок ошол греплингти эмнегедир биринчи раундун экинчи жарым бөлүгүндө ишенимдүү колдоно алган жок. Алғашқы 5 минуттан кейін біраз шаршап жалыға түшті мүшкерлер. Жана азырынша ешкімесе атандаштарын партерге отырып ұстын, тұру авалында беттеште өткөріп атышат. Аралаш мушташ өнері әлбетте артараптуу мүшкерлердің демекке игілігіне душар болотты айтсақ болот. Анткени жөнле партерде жол болса тұру авалында мықты олғындар екөнің біреуісінде ле. Дайым егілік жарат өрбей сериалы соққылар әзір Рыскелдің атқарусында. Анын бір нечесі өзінің мақсатына жетті. Ал мезгілде әмінегедір Баястанның қолы бір тойлы түшіп қалды. Анын тиш қауы сынып қалған бі же әміне олған тиш қауы шын теп түшіп қалды дағын. Шындығында шоу тұмшық талаштырады бір ұзатылған тамай соққы. Азыр эми дарыгерлердин көмөгүнө аргасы кылат. Мурдунан гана баштады. Ушул сериялуу соккулардын бирөөсү ушул бет талаштыра таамай тийип калган эле. Биринчи раундда экөө тең жыйнактуу болсо, ал эми экинчи раундда бир аз абал өзгөрө түшкөн. Демек дарыгер уруксат берген жок беттешти улантканга. Демек техникалык нокаутуна. Экинчи раундун 1 минута 18 секундасында жеңүүчү аныкталды. Расмий чечимди угуп коелу. Мына Рыскелди Максатбеков ушинтип жеңишке ээ болду. Кайрат Мусаевдин алпаруучунун үнү чындыгында жакшы угулбайт экен, андыктан өзүбүз эле